Я вырастила эту капусту. Ее сорт называется хазадериза. Вот в этом вилке 2,5 килограмма. Это самый маленький вилок, потому что нести тяжело сюда на выставку. Я его взяла. У нее кроющие листья. Почему хазадериза? Да. Потому что кроющие листья сами покрывают капусту. Арка благополучия. Наследники, которые осыпают овсом, пшеном, выпусками, уже комиссия пойдет. Да. Вот у нас главный символ. Мальчики, девочки красиво встали. Вот сюда смотрим. Вот сюда красиво. Все, молодцы. Около 3 часов назад что? Это краска специальная гуашевая с каким-то там цинковым составом. Ну, в составе имеет цинк. Не скажу даже, что за краска. Как себя чувствуешь в этом состоянии? Да, нормально. Бодро, весело. Я не выдерживаю, то есть серьезно бывает, подходят дети, которым невозможно не улыбнуться, поэтому я не могу так сделать. То есть я не статуя, у меня есть чувства, и я улыбаюсь. Живая статуя, конечно. Да? Подкову на счастье, на удачу. Подкова выложена из плодов, друзья мои. Это все вам на удачу. Проходите, проходите.